Пенсионер-насильник требует алименты с дочери, которую никогда не воспитывал. Экс-заключенный, просидевший в тюрьме больше 20 лет, теперь хочет получать уже от взрослой родственницы по 15 тысяч рублей каждый месяц. И суд удовлетворил иск бывшего осужденного. Известно, пожилой мужчина провел в колонии в общей сложности около 23 лет. Его осудили за изнасилование, в том числе групповое, а также за дачу взятки. Пенсионер никогда не работал, но государство выплачивает ему минимальную пенсию. Мужчина утверждает, что этих денег не хватает, а дополнительные финансы, алименты с дочери, ему нужны на проезд, оплату коммунальных услуг и таблетки. И вот суд обязал 39-летнюю женщину выплачивать отцу заключенному по 13 800 рублей ежемесячно. Дама обжаловала такое решение, ведь по данным ее адвоката, лечение бывшему заключенному якобы не требуется, что подтвердили в больнице. К тому же женщина одна содержит дочку, и лишние траты на отца, который не участвовал в ее жизни, ни к чему.